Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей, я нахожусь в парке «Сказка», и сейчас я направляюсь к аттракциону «Цепочная карусель с подъемом». Если вы хотите увидеть парк с высоты птичьего полета, вы можете пойти на колесо обозрения и не спеша рассмотреть весь парк. А можете пойти на экстремальную большую цепочную карусель, которая поднимется на высоту 30 метров, и рассмотреть весь прекрасный вид с острыми ощущениями, как сейчас делаю я. Так, убираем сидушку. Так, сейчас народ рассядется, и мы поедем. И увидим весь этот парк сверху. Все, поехали.
Когда карусель подняла меня на самый верх, я ощутил сильный ветер, который чуть не сбил с меня кепку и не сдул камеру. Так что будьте ко всему готовы. Не забывайте ставить лайк, подписываться, писать хороший коммент. Всем пока!